Первый Зулуман, Ваку Ирочка, вообще. хочется. А чё Ваку? Ты зашел на импульс? Может, обнова какая-то? Ваку, Ваку. Я в инст зашел. Да, мы здесь уже у ворот стоим. Только там Пока не... фласки все взяли. На моба не нажимайте, ничего не делайте там. Да. Я нажимал. Не знаю. Блять, куда я сжимал? Чтобы смотри, он... у вас сколько? Чтобы он не запустил. Там она потом начала подтвердить мне логию, что ты хочешь начать. А где моб этот? Вон он. Моб ходит. Только не говорите с ним никто. Все, все. С ними. Здорово. Так, мне нужно. Я сказал, что они спавают. Мне нужно узнать, кто у нас будет второй танк. Кот, Мишка. Так, покажи. Либо Мишку. Я сова. Покажи, нет, сова пускай будет для баф. Покажи Мишку, сколько там хп. Ну или так, сколько там хп у тебя там жирный, поди. 65. Киру, сколько у тебя там? 60-ка? 60 плюс, да. Это под фулбафами будет, да? 60 плюс? Да. Не должно шокнуть. Короче, смысл а в чем? О, а че вот. Вероника обратно вернулась? Сейчас я вам стрим включу в DC. Можно это самое, вот, ребята, давайте, знаете, как сделаем. Выключите вот этот Кжарк, Андрей, там, вот это. Нажмите шестеренку в Дискорде, блять, иначе я буду слышать сам себя. И эту ебанину, вот эту всю. Я ему микрофон отключил, оттуда шумит. Нажмите. Вот у кого включена активация, нажмите режим рации, потому что режим активации голоса, он делается для РЛ, для того, чтобы нажимать кнопки одновременно и вам что-то рассказывать. Да я ему вот. Отключил. Все, ну главное ему передать, чтобы он это сделал, а то да. Он так все время всю жизнь что ли отключать. Сейчас я включу стрим, значит, зайдете в стрим и будете смотреть на карту. Объясню, что к чему, как пробегать. Ой, вы дали паладину здесь? Нет, нет, так надо переходить еще в 10-й канал же. Ну давайте. Да нет, мы здесь. А, давайте ну, здесь. Ну или перетяньте, или что там как. Перетяну его сюда просто. Давай. Аж. Уже нас перетянули. Не успел сказать. Все, паладин в DC? Нет. Он к жарко перетяните. А вот ты сами в рейде, так что нужно не перетягивать. Паладин, ты в DC плюс они. Это пуг, да? Да. Да. Я ему микрофон, у него выключен. Сейчас включу, так. Только ты поставь на режим рации. А у меня стоит на режиме рации. Шесть человек зашли. Короче, кому надо, заходите в этот самый на стрим в Дискорде я включил. Сейчас открываю карту и показываю, что к чему. Значит, смотрите. Тут, смотрите, видно этот перчатку вот эту, которую показываю? Нет. Нет, только карта. Сука. Обзор не показывает. Ладно, короче, буду так говорить. Значит, вот где мы стоим, это вход. Здесь моб запускается и идет таймер. Отчет дается 20 минут. С убийством каждого босса, двух боссов первых, дается плюс 10 минут на то, чтобы убить следующего босса. Здесь в начале инста, по-моему, какие-то пледники есть. Вот, и если этот таймер кончается, их казнят. Вот. И пока что пледники живые, после убийства босса появляется дополнительный лут, сундучок или мешочек. Вот. Значит, в чем смысл? Всегда обычно ходят, вот как мы спускаемся по лестнице вниз, там еще две лестницы, справа и слева, мы идем налево. По левой стеночке идем, видите, да, вот где мы вышли, и по большой лестнице спустилась и налево. Там убьем пачку мобов, 4 или 5 мобов, потом спускаемся туда вниз. И там вот такая дорога идет налево, потом вверх, потом направо, потом вверх. И там крест-накрест такая платформа. Там босс первый стоит. Этот босс, он это ворон призывает. Вот. Он очень простой, кидает 4 коста в случайную цель молнии, которая увеличивает получаемый урон от сил природы. Вот. И ну, для этого нужно стоять на РНЖ, чтобы все сразу не ловили. Если в миликов прилетает типа 2 стака, то лучше перед следующим костом там разбежаться, чтобы не шотнуло. Значит, после 4 костов он кидает на случайного игрока бурю. Эта буря вешает черепок ДБМ. И нужно сбежаться у этого человека. Если в него не сбежаться, то будет всех дамажить. Вот. И когда сбегаешься,
ну, дамага нету. Вот. Потом, когда каст заканчивается этой бурей, этот человек двигаться не может, поэтому к нему сбегаются все. Когда каст заканчивается, все обратно разбегаются на рейдж. Очень простой босс, танчится в одного танка. Пробегать будем в два танка, сразу можешь в танка спекаться. Потому что, когда мы будем пробегать, нам нужны такие классы, как Лок. Он будет кидать СС на себя. Самое главное, чтобы он пробежал. А, и еще надо узнать, если у кого-то есть масрез в гильдии. Если нет, то нам надеяться только на то, что, ну, СС тогда надо будет кидать на того, кто может резать. Допустим, какой-то хил-класс или паладин. Вот, чтобы он мог резать Лока. И Лок поставил шкаф, еще одного тела резнуть. Пусть никому где там далеко умрет. Вот, и есть... Да, диван паладина. Паладин сразу ставь на удобную кнопочку себе диван. Реги на диван обязательно надо купить. Нужно будет диван кидать не просто на кого попало, а на того, кто сможет резать. Если вдруг масрез у кого-то в гильдии есть, то на этого человека можно будет кидать. Вот, значит, это первый босс, которого мы убьем. И второй босс, на которого мы пойдем, это мы умираем после того, как убиваем этого босса, забираешь шмот весь тебе в сумку. Потом мы умираем на мобах на лестнице и снова сначала инста бежим, и теперь уже спускаемся также по левой лестнице маленькой, спускаемся вот здесь, где перед водой, и в зеленую вот эту точку идем, где внизу есть красная платформа такая. Вот получается, туда лестница ведет, там мы оббегаем, короче, ну, за черепком побежите, ну или за меткой за какой-нибудь, за мной побежите, там мы забегаем, там босс будет, который в медведя превращается. Вот, его убьем, и будет второй сундук. Вот, ну, два точно мы должны сделать. А третий, это будет через центр бежать прямо, и там надо будет два раза пробегать. Один раз пробегать, короче, вот от центра, где вода, там на островок побежим, а с островка уже второй раз побежим туда, наверх. Так, короче, сейчас... Фиолетовую джану туда поменим. Там босс будет вызывать рысь, там вообще простейший босс. Так, что у меня ассист есть? Так, там, как я помню, чисто рысь носить и тотемы. Да, тотемы. Там, ну, там вообще легко, там милики их убивают быстро. Так, Керус, будешь бегать, значит, за мной. И еще надо зелье свободы действия. Есть у кого-то? Что это за зелье? Ладно, это против... станы, которые... Которые не восприимчивались к станам. Да, к станам там несколько секунд. Можно еще фридом. Ну ладно, давайте попробуем. Если мы так вдруг... не запускай. Если мы вдруг... Давай. Может кто-то портануться зелье свободу действия купить? Хотя бы по одной штучке для танков. Давай я. Чтобы к третьему боссу пробежать. Вот я буду включать таймер. Если мы первого босса удачно убьем, то второй сундук точно сделаем. Насчет третьего это уже надо будет постараться поспешить. Еще раз название зелья. Зелье свободы действий. Угу. Сколько штук взять? Две штучки. Мне и Керус. Вот, Лок у нас один быстро двигался. СС всегда, чтобы готовый был. И когда тебя резать будет, там, чтобы это самое шкаф ставить. Там сейчас надо банки, да, которые не замедляют. Не помню, пока не банки эти пока не нужны. На первых двух боссов там без этого пробегается. А вот крыси пробегать после того, как второго убьем, сдохнем и побежим. Ваша человека на 3 минуты сказал откинется. И дождать надо. Ага. Все зависит от того, насколько быстро мы первого босса убьем, да? Да, там вообще, ну, каждая секунда на счету, потому что вот, ну, 20 минут дается с пула, когда дверь откроется. Там прям самое главное не тупить, там трэш бить, и главное не вайпануться, то есть не по глупости ничего не сделать. А там если же у нас не получилось, мы можем этот трибутнуть. Да, только если мы босса не убьем первого, если мы на нем вайпанемся. Да. Только так можно ребутнуть. А если мы его убьем, то уже все, уже не ребутнешь, уже будет КД и время, грубо говоря, сундуки пройдем. Сундуков уже падает. Нет, взял? Сундуков падает этот шмот 200. Кого взял? БКА фласки, я забыл. Да, я себе взял. Есть еще порция? Сколько они стоят? Есть и тогда модно. Фласки, это перед боссом или тут надо? Здесь. Так, начнем бежать. Ну вообще лучше всего сопроты выпить, потому что на первом боссе неизвестно, как что будет отхиливаться, как что будет это самое. Я молодец. Ну, сафротов еще 21 штука в гильдбанке, так что еще хватает.
На Void там распределишь уже, я что-то взял, всякий. Так, Кирус, ну тебе. А еще у кого-то танкоспек есть, только не Мишка? Не, у нас только у Совы. Вон, у Паладина. А, у Паладина есть. Паладин, у тебя хороший спек, сильный? Спец, что, ебать. Давай, у тебя... Покажу. У тебя... Давай, ты... Давай. Нет, это... он без Т4, он у меня 2Т10. Не, не то, это самое. Тебе не проблематично спекаться, он у тебя второй, не третий, тебе ни осколки не тратишь, ничего, нормально все. Нет, ничего. Будь тогда в танке, чтобы пробегать, будет лучше. И меньше вероятность, что сдохнешь. Вот. И этот самый. Ну, заебись вообще будет. Так что будь в танке, именно на перебежках, а потом будешь спекаться обратно. Ну, просто танк шмот надеть, не спек. Нет. Хотя именно спек. Так. Делай спек, да. Потому Давай. Что будет неплохо даже там. Какую-то эту массакру дать, что-то такое, пока мы бежим. Каплю там на кого-то. Это зельку свободы когда из-за. А я скажу, пока не надо. Окей. Такс. Так, Экон, ебаный в рот, я что выпил? Сука, одну выпил. Мышка тыкнула, блядь. Он сказал до этого, он пойдет. Зря опять штук купил. Ну, не зря. Там, короче, смысл такой, что когда крыси пробегаешь, там мобы станут, какое-то копье кидают или что. И вот сначала пьется эта банка, потом садишься на маунт, и потом уже бежишь. И типа пробегаешь, чтобы тебя не станули, и потом все за тобой бегут. Человек, он здесь? Ну, зашел. Че, едим тут сразу, банки пьем, все тут. Что, сапроты пьем сейчас? Или БКшки? Ну, да, сапроты, да, нужно выпить на первый босс. И пускай они так и будут, эти сапроты. А еду не обязательно перед этим поставим, рыбу поставить и перед самим этим городом. Что там, давай проверку, все здесь. Так, что у нас, ну два часика, блядь, если мы не сделаем... Или банки сапроты. Потравим, по крайней мере, и ВБ остался. Сапроты там раздавать, и мне не надо, мне не шотник. Я потом или в конце выпью, или там посмотрим. У меня есть, в принципе, парочка. Так, и ВБ только нету. Я уже так дальше. Okay. И ВБ тут нет. ВБ пока нет. А, да, тут. Еще раз пробегаю, буду запускать. Он запускается минуты 3, наверное. Ну, прилично. Все, короче, побазарил с мобом. Сейчас он будет всякую хуйню пиздеть и бить в этот гонг. Я не знаю, как влияет то, что ты бьешь в этот гонг. Так, там какая-то колотушка должна быть или что. Так у нас сейчас 3 танка получается. Да, это для того, чтобы пробежать, чтобы меньше вероятность была, что сдохнет. Мы пробегаем, вот как в Каражане, знаете, пробегаете трэш, потом резаете все и бьете, типа, чтобы не бить трэш. Здесь это имеет смысл для того, чтобы эти... Ну, все за тобой, да? За черепком. Да, да, за черепком. Ну, в основном... Мы вот... вначале, который под лестницей трэш не бьем? Бьем. На маунтах же бьем. Без маунта мы бьем. Это, на маунтах. Смотрите, сейчас возле ворот, здесь, за воротами, стоят два моба. Их забирать этот будет протопал, ты их заберешь и все вниз сразу не спускайтесь. Я спущусь вниз, лужей сагрю этих, внизу стоят там 3 или 4 моба, вот, и не врывайтесь, ждите, когда рога напулит, прям секунд 5-10 постойте, покурите, касается всех РДД, там кто сдохнет может тряпок, то есть вообще не рискуйте. Это будет очень нам усложнять прохождение на скорость. Вот. И только как мы секунд 15 побьем, и только тогда начинайте бить мобов. Сбивайте косты, станьте, делайте все за свой класс. И никто никуда не отходите, смотрите, потому что если будем афкашить, там резать, вайпаться, то ну, меньше вероятность, что мы сундуки эти сделаем. Вся соль инста это именно в этих сундуках. Остальное все простое после 3 сундуков, там ну, очень-очень легкое все. ТПС, я думаю, хватит. У нас все нормально одеты. Сейчас он там пробьет гон. Пару минут и придет открывать дверь. И самое главное, когда пробегаете там, пробегайте за танками. Ну и тоже не отставайте. И смотрите, там будут некоторые места, где то факел, там, чтобы объезжать, смотрите внимательно, где вы едете. То лестница будет с одной, с правой стороны будет сломана, и нужно будет с левой стороны подпрыгнуть, чтобы на нее забраться. То есть, чтобы не застрять там где-то, чтобы вас могли убили. Самое главное, чтобы пробежали мов,
чтобы пробежал пал с диваном и чтобы какой-то резающий класс, то есть, ну, два хила. И сядьте на маунтов маленьких, чего вы позалазили на больших, блядь? Еще фишка есть пробегать, значит, и ВБ будешь кидать обновление, обновление, а сочный и сочный, ты будешь кидать омоложение и восстановление на танков, на меня, на Керуса, на Пала, и не бежать, а убегать наоборот, потому что пока мы будем бежать, на нас ходки будут тикать, когда все, таймер включаю, погнали. Протопал вверх, у мобов забираешь, я внизу кидаю лужу, и спускайтесь все сюда вниз. И давай, из-под лица выходите этих мобов, давай к стеночке сюда подводи там. Потихоньку огром набираем, не спешите дамажить. Так, одного давай заберу. Все, таймер пошел, полминуты прошло. Там СС спрашивали, куда, на кого кинуть. На себя. Нет, нет, подожди, СС на этого шамана вставалка есть. Ты же вроде говорил, на лоб кидать СС, там на себя. Там надо на попал, у него же давай, масс. Давай дашь на этого, попал будет диван еще кидать. Давай, знаешь, на кого кинь. Керус точно пробежит, на Керуса кидай. Ну, это самое. Ну да, на Керус. Нормально будет. Угу. Сейчас пока добьем. Главное, смотрите за агро, рога на пулю это когда. Вот сейчас после того, как этих мобов убьем, точно аккуратно двигайтесь за черепком. Не шаг в сторону, там будет моб один, который стоит, нужно по стеночке будет идти. Повезло, что меня не задержали в рейде, там разошлись что-то. Так, еще вечером сегодня зовут, у меня только будет шаман останется, не знаю, как пойду, нет. Это считай четвертый зуман, который мне только дотуда. А тут какие-то снятия проклятий, головы валяются. Так, давайте на маунтов садимся быстрее. И за черепком. Вот сюда, за черепком. Быстрее, 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 быстрее. Не стойте. Здесь вот, там вот здесь по стеночке. Вот сюда, налево. Зашли, вот здесь стоим. Так, теперь этот самый. Сочный, кидай на нас, на трех танков, омоложение и восстановление. И стой здесь. Побегут на тебя, пойдешь, это самое. Значит, лок на Керусе есть диван, пал бежишь. Короче, это самое. Перед тем, как бежать, пал прожмешь 50 на 50. Диван кому давать? Диван дашь этому, или Экону, или Керусу дашь, или Экону. На Керусе. У меня СС есть. Или ИВБ, ИВБ тоже побежишь с нами. Короче, давайте, на счет 3 на маунтов приготовились. Побежали, раз, два, три, побежали за мной. За черепком. Не должно никого шотнуть. Нихуя тут пробивает. Охренеть. Тебя сбило, получается? Пробегайте, пробегайте, главное, дальше. И налево, да, вот там. Так, сейчас посмотрим, кто там сбил. Ну, Керус есть, Керус есть. Да, если, да, да, если ты добежал... Да, так, я... Сочный кекс. Добежал. Теперь сочный кекс, ищи мобов, умирай. ДК умирай. Все, так, умер. Все умерли. Все, теперь этот самый. Сейчас отбежит моб, сейчас отбежит. Сейчас он отбежит. Двигался на мобы уж вернулись. Все, мобы на вернулись. На лестнице не вставать. Значит, Керус, вставай. Кто там с тобой рядом есть? Заходите, остальные в инст. Только не все. Этот самый. Керус, вставай. Кого там резнуть можешь? Себе инер сразу давай. Лака могу резнуть. Кого? Один вон рядом лежит. А лок там есть? Лох, рядом там... с тобой. Да. Я ОЕшкой залил, просто не за Ешкой, а секающий. Короче, тогда надо будет обновлять инс. Давайте, покидаем все. Сдыхай, короче, на трэше. Да, лог далеко. Надо, чтобы он добежал. Может, достанет. Масреса может достать меня. А, у тебя есть масрес? Ну-ка попробуй. У паладина масрес есть. Сейчас, давай его резать. Попробуй, давай. Если достанет лока, то заебись. Нам точно не самое. Станет, ну, вы ж тут рядом вообще. Так осторожно. Да, если масрез достанет, то тогда заебись.
А где? Нет, не доставать по нему. А где ты сдох, Дейбус? Нет, ты через меня попробуй. Давай. В принципе, они же недалеко. Через Аркана. Чё, кастуешь? Если не получится, нет, то... Я пробую сейчас через халяву. Ну давай. Главное, сам поближе там, чтоб стоял, чтоб тех людей... Там 50 метров вроде должно достать. Да и главное, же... чтобы... Это... Птица, чтоб не сагрелись. Да, потому что я... Блока достать. Если не получится, то обновим заново. Да, не, мне кажется, сейчас сагр близко. Не получается. Все, обновляем. Покидайте все тело, это, покидайте тело. Заходите в инст и выходите из него. Возле инста собираемся снаружи и надо будет обновить. Только в инст не заходите, выходите все, все 10 человек. Сейчас как все выйдут, уже обновим, обновишь. Сложность там. Двигался надо самым последним, чтобы у мобы не заклил. Да, ему аккуратно надо бежать. Потому что он ткани ждет. Ребята, бежали плохо. Ребята, смотрите, и когда побежим вверх, вы не останавливаетесь вот там на лестнице. Просто вверх поднимайтесь налево тут, прямо там, где клетки стоят, и все. Подождите, я зашел вниз. Где там этот квадрат Керус? Ты убегаешь? Я выхожу, да. Ты бы сдох, я. А, ты все вышел. Ну, давай. Все? Описала, написала, что обновлено? Сейчас посмотрю еще. Да нет. Что не пишет? На 25. Нет, ты обнови его, не это, не вот так. Все, обновлено. Все, мы заходим. Я сразу 10 минут. Сейчас опять запускать. Это гуся. И бафы, когда вот мы это вайпаемся и встаем, на хп обязательно, каску и этот лапку обязательно. Вот это все, что хп увеличивает. Так, где этот моб? Сразу попиздить с ним. На 10 минут остался. Когда ты сказал побежали, ты побежал, а у нас только голос твой в конце дошел. Через Дискорд. Половина отстала. Значит, побежишь, и нужно, чтобы лог добежал. По локу можно будет боб дать по себе бабл, если в конце где-то будешь там на лестнице, вот на той. Есть. И диван дашь обязательно по Керусу. У тебя же диван есть? Подожди, а расовый инвиз ночного эльфа спасает? Ну да, спасает, но там, по-моему, не всегда, типа, нужно, чтобы прям ты последний в инсте остался. Если не я последний, то будет опять. Просто я могу в инвиз уйти резко, и меня угроз пойдет. Смотри, диван есть, паладин? Конечно, есть. Так, все, диван. Если что, Керус должен добежать, и там лог должен быть с вами, чтобы при сумонисе. Потому что не факт, что мы все добежим. О! Сейчас так же опять мобу сбьем. Ну, да. Ой. Бегал-то. Если есть возможность, еще. Там... Этот лок. Самый, ну я буду лок. Стараться там кидать какой-нибудь уже. Кто там это самое? Он лок. Вак, ты тут? Выключи активацию. Не слышит. Не слышит. А, кстати, вообще есть смысл убивать этих мобов вначале? Да, конечно. Да. Ну потому что я там бегать. Выключи тему кто-то. Ну у тебя активация, у тебя хуярит разговор какой-то. Выключи, мы ну слушаем какой-то рейд. Ну, все. Что-то все привыкли, да, с активацией. С активацией должны только РЛ, которые прям надо это, и бегать одновременно, и все это рассказывать. Сейчас этот гусь побежит сюда уже. Тупит долго этот болван. Говорят, типа, если ударит, то быстрее будет. Что-то не получается. Пошел. Ну, пошел. Получилось. Ну, тут можно не на маунтов даже. Ну, да, как бы не обязательно. Также паладин сверху двоих. Остальные там аккуратненько. Главное, не сорвите огонь, ничего не сделайте. Я всегда таймер включаю, когда ворота открываются на 20 минут.
Все, ворота открылись. Запускаем лужу. И вот тоже 10-15 секунд прошло, мы этот агро набрали и тоже посильнее прям подошли, стараемся. Протопало, в принципе, там таунт есть, который 3 цели забирает. Удобно очень. 8 секунд когда проблем не должно быть. Двухминутные бурсты тоже можно отдать, потому что пока мы добежим до этого, до босса лестницы, поедим рыбу, это откатится все. То есть тоже, чтобы быстрее было. Умирают мобы сразу на маунт. Сразу сюда, по стеночке, налево. Тут готовимся. Давай, сочный текст, кастую эту фигню. Главное, чтобы луна не сдохла, квадрат и пал. На счет 3 будем бежать. 1, 2, 3. Убежали. Я сейчас немножко уклонился. Квадрат. Я добежал. Квадрат добежал? По один. Ну кидай там. Ну, почти все добежали. По шаману кидай. Далеко, далеко вы убежали. Меня спал, сбили и все. Не успел кинуть, Иван? Не успел кинуть, конечно, далеко. Шаман может встать? А ну тогда. Все замечательно. Че там? Я могу встать. Сейчас мобы отбегут, встанешь. Лок там, лок там, самое главное, и одно тело еще. Все хорошо, значит играем. Вот, вот и все. Хоть так. Давай, вставай, значит, этот самый. Алло, резай, наверное. Лока сначала и любое тело, потом сразу шкаф и сразу, значит. Ну кто там ближний порезаешь, и тыкай тоже носом вон. Остальные, кто далеко, уже покидать тело можно? Да. Это, локу немножко там быстрее не дай, чтобы он маны повосстанавливал. Ну и все, кастую шкаф, все остальные покидаем, и нас сейчас суманут. Ну кто там рядом, соответственно, с вами, кто прям в радиусе реса лежит, те, кто интересно. Все, ждем сумана. Сейчас Керус уже спекасе в ДД, и Пал тоже там спекасе в ДД. И сейчас уже будет рыба, вот это все параша. Сразу сопрот, да? Да. Че, сумоньте там, ага. Так, почти все тут керы. Маха, поставишь стол? Да, я рыбу поставил. Да, столик тоже я не поставил. Столик тоже не помешает, что берите штруделя сразу. Ой, блядь, что-то я на рыбу затыкал. Вот все тут, фулбаф. Кто поел там сразу лапку, каски, все это начинайте. Может 8% каску и кулаки раздать? Там смотрите, как удобнее вам. Не знаю. Да, лучше раздайте кулаки. Все, быстренько ману отправим, кто там, Эйкон и ВБ. Надо как-то вас в одну пати сделать и шамана, это хил. Ну если по мане, типа, не знаю, будет проблема, нет. Смотрите сами. Обновить? Дай кулак по ауруге. Ага. И ауру коня можно убрать. Все, давайте, время идет, проверка и сразу. Обновите каску, обновите, кто там барабан.
На барабан. Обновил. Все, все готовы, давайте, приготовились, сейчас буду пулять. Это, припоты, если кто пьет, давайте на счет 3 буду пулять. На счет 2 припоты пьете. Раз, два, три. Значит, читаем первый каст. Давайте Геру сразу. Это, в РНЖ стойте РДД между собой, хилы, РДД стойте РНЖ. Ну, чтоб всех хилы доставали. Сейчас будет второй каст. Считаем касты, после 4 кастов будем сбиваться по боссу. Второй. Всех милит. Налип. Вот там дебаф пропадает. Сейчас будет третий. Два на миликах стака. В принципе, под сокротами живете нормально. И четвертый. Как только начинает кастовать, сразу сбегаемся. Поближе к боссу подбегайте, сбегаемся. Сбегаемся. Вот отлично. Меня. Уже разбегаемся, уже разбегаемся, уже разбегаемся. На места разошлись. Все. Милики с левой и с правой ноги, вот видишь, на нас уже 4 стака, это первый был, этот самый. Милики, давайте, вы выбегите на 12 метров, чтобы не словить пятый стак, чтобы скинуть с вас. А я сбросил стак. Хорошо, ну ты и другой милик. Все, обратно. Ну, я пошел. Ну, хорошо, все, бейте, скидывал, все нормально. Это было второе, да? Сейчас третье какое-то. Да, да. Более 17 секунд. Вот. И поближе стойте, не за 20-30 метров, поближе немножко кто там. Ага, вот да, чтобы тебе бежать недолго было до босса. Сразу будет каст и сразу буря через секунду. Прям быстро она будет. Сближайтесь уже сейчас, 3 секунды. Да, ближе находитесь. И сразу сбегаемся. Сбежались. Все, все, все. Захиливаемся на пол. Все, уже разбегайтесь, уже разбегайтесь. Сейчас будет каст скоро. Хорошенько захиливаем. Можно сразу имя? Да. Так. Был каст уже один, да? Это проедание. Да, был. Так, еще 3. Идем, смотрим. 3, 2, еще 2. Я не помню, сдвигается или нет. 20 секунд будет. Лут на тебе стоит? Да. Так, это какой-то третий был еще один. Наверное. А тебе лучше рядом. Да. Ну давай. Быстрее надо утонуть, положить. Ага. Сдвигаемся быстрее. Все хорошо, в центр. Еще надо быстрее поступить или как-то таймер. Разбегайтесь. Захиливаемся. Так, это один был каст, да, после бури? Или два? Да. Ага. Нет, это первый был. Еще 3. Ну и все, это, в принципе, вся механика босса. Так, шамана прилетела. Главное щитки обновлять, все тут ДЦ решает. Еще 2 каста осталось. Ага. Немножко с кем-то рейдж не держал. СВБ. Вот сейчас будет каст. 5 секунд надо будет сбежаться. Все, сбегайтесь уже. Сбегайтесь. Нормально. Ну и все. Теперь разбегайтесь. Разбегайтесь. Получше разбежитесь там. Так, на ИВБ 2. Главное, чтобы него не полетел. Ну, щитки сейчас. Один. Еще, наверное, одна буря это бьет. Второй каст. Вы почему-то вместе с ВБ стоите. Еще побольше друг от друга. 5 метров наберите. Потому что это в одного только должен кидаться бат. Еще 2 каста вроде. Нихуя.
кого-то в небе прилетело. В воздухе еще один. Давайте, давайте я дам этот самый сейчас. Даю Т4. Сбегайте, сбегайте все в центр. Я дал Т4 сейчас. Еще там. Ага. Все, и после этого уже добьем. Я следующий беру. Все, разбегайтесь. Так, сначала я лутаю две шмотки с босса, одну с сундука, и потом мы все умираем об мобов. С ляму босса остался. Сколько там? Где он кинул? Не успеть. Еще две есть, помимо этого хаста. Не успеваем, не надо. Угу. Так. Блять, меч не упал. Топовая упала. Так, бродяжка упала, меч нет. Топовая. Все, ты взял? Сейчас, сейчас, секунду, еще сундука. Где этот сундук, блядь, я забыл? Вот он, да? Блядь, где он? А. Вот он, сука. Че, попиздеть еще с ним надо? Ну-ка, давай сюда. Так, какой-то плащ выпал. Крит хостовый, топовый. Все, все, умираем. Все, умираем? Все, умираем. Да. И главное, самое главное, кто умер, не заходить в инс, пока все не умрут. Все 10 человек должны умереть. И чтобы не забагалось, да? Да, да, потому что они побегут в начало, будет бой на винсте, и будет вообще очко. Все, все. Сейчас. Подождите, все. Не заходите, они еще двигаются, все, можно. Все, заходите, все умерли. Все, теперь, сейчас идем за черепком, сейчас сам за кружком, не кружок. Также на ходу прям бафаемся. Бежим. На ходу бафаем, хилимся на ходу, все вот это вот, чтобы потом меньше времени тратить. И этот самый Керус с этим, с паладином то же самое, в танках прыгайте, пока мы это самое. Сейчас я вас здесь подожду немножко. Режим боя, на. А, бой висит. Да? На ком? Бой висит. Без меня тоже. У меня не висит. Блять, на паре висит? На паладине. Визом сниму. Блять, инвизом не снимается. Да, инвизом. Надо перезайти. Да, пошли, перезайдем в инс, выходим все с инста. Какая-то хуета, сука. Там из-за лужи, наверное. Кто-то зашел, когда там лужа на мамбах была. Да, наверное. Выйдем с инста, сейчас 10 человек. Я не знаю, спадет, нет. Надеюсь, спадет. Должно быть. А может это баг какой-то визуальный. Не знаю. Вроде не должно быть боя, все умерли. Так, сейчас все 10 выходите. Сейчас боя нету. Выходите все. Сейчас лок, лок и ВБ еще. Все, вышли. Все, давайте. Ох, сука, второй бы сундук узнал. Ну, сейчас нет. Все, а боя нет. Там троллейбой падает, да, со второго? Там, да, там, блядь, там и посох. Я посох тогда на шипешника забрал. Чудом просто. Посох висовый. Три дырки, 790 СПД. 160 хосты, 120 крита. Ну, давайте. Вы спекнулись, кстати, по пути там? Давайте быстрее. Ну, короче, пошли. Это самое, остальные все бежим. Сейчас они добегут до нас. Здесь, где моб. Сейчас на кружок. Он ну, пускай спекается, подбежит. Ты, Павел, добежишь, если что? Вот смотрите, вот сюда бежим. Вот где кружок по стеночке встали, вот здесь. Здесь надо прыгать так, чтобы того моба не зацепить, целителя. Вот так вот прыгаем. Все. Спрыгнули. Теперь здесь. Теперь здесь. Здесь очень аккуратно, даже вот так медленно покажу. Здесь это. Вот к этой елочке. Только вот там вот мобы вдали стоят, их не сагрить. И вот здесь, где кружок, останавливаемся. Вдаль туда никуда не ходите. Вон там топорщики стоят. Все, жрите, пейте. А, отхиливайте танков. То же самое, значит, пал на Керуса, диван, СС, лог по этому, блять, по кому, не знаю, по Керусу, дашь, на Керуса, диван, вот, Керус, если видишь, что это, умираешь, там, что-то намажешь, в мишку превращайся, прожимай крик на ХП сразу. Так. Проверка на то, что готовы бежать, садитесь на маунта, бежать за кружком.
очень, очень внимательно бежим. На счет 3 побежали. Мне также хилой кидать, подожди. Ну как до этого на первом хилой кидать. Да, 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 покидаешь и там вниз куда-нибудь спрыгнешь. Кидай на меня, на Керус, на Пала. Все, кинул. В принципе, на счет 3 побежим. 1, 2, 3. Только ровно за кружком бежим. Вот тут по стеночке, тут по лестнице. Пиздец. Все, добегаем. И налево, 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 налево. Вот где треугольник. Налево, налево. Да-да-да. Вот, вот, хорошо. Сейчас получше добежали. Все, барон добежал. Диван там, что-то какую-то парашу кидай. Вон кто резать умеет, вон на ИВБ кинь. Так, я на эко накинул. Хорошо, отлично. Все, сейчас мобы отбегут, встанут на место. И все сделаем. Лок здесь же? Лок. Да, да. Значит, босс очень простой. Значит, блять, а кто из вас танчить-то будет? У Мишки больше хп, да? Наверное, Мишка. Короче, разберем сейчас, нормально будет, затанчишь. Женя, там как присуманят Дживса, сразу тыкни. Ты номер оружия. Так, быстро двигался под хит. Вот тут еще, да. Кстати, мобов надо будет побить. Тоже надо будет очень аккуратно это сделать. У нас, в принципе, 14 минут есть, 13. Ну, босс минут 7 будет всего. Простой, простейший босс вообще. Там хилить только танков, имейте в виду хилы. Когда Мишка будет бить танка, Мишку, он может его очень быстро убить. Поэтому надо прям очень внимательно смотреть. Ретрик, если флешки умеешь кидать в ретрике, это, испекайтесь сразу. Керус в танке остаешься. Так, если есть фас какая-то ЛКшная хотя бы на ХП, лучше ее ебануть. Если есть. Нам саппорт оставляйте или. Оставляйте, да. Тут бьет только танк. Танк 1-2. Два танка здесь. Значит, смотрите, паладин, свой стан не трать. Сначала мы убиваем двух целителей. Сейчас я ебану на них метки. Двух целителей. Сначала звезду, потом ромбик. Потом будем этих бить вот этих завоевателей. Сначала одного, потом другого. Вот, играем точечно. И на 30% хп нужно будет дать стан. Когда скажу, короче. Приготовьтесь. И здесь самое главное, на пул ждете и потом только это бьете. Значит, пошли, Мишка. Ты будешь танчить ромбик, я звезду. Пошли и башить трэш надо. И под лицо не вставать, милики. Если сдохнете здесь, под лицо не вставать. Отворачиваем их. Вот, ты танчишь, ромбик набираешь. Все точечно играем через звезду сейчас. Аккуратно, под лицо не вставать, медведи. Они убьют, шотнут сразу. Вот ты сбивать. И идол будет появляться. Смотрите, кто там. Или РДД, или рога, кому удобнее выбирать. Старайтесь. Или мы, может, на танках. Идол обязательно убивать. Все, сейчас после звезды ромбик играть будем. Все, играем ромбик. Так, я его заберу. РДД играйте, милики не играйте, ромбик. Идол, сейчас я убью идол. РДД играйте ромбик. Милики играйте аккуратно в спину звездочки. РДД ромбик. Потому что он перед лицом стоит. Сейчас я его заведу сюда, вот к вам. Сука, вот, грипнул. Все, играйте милики тоже по нему, чтобы быстрее его слить. То он идол стоит. Давайте все бафы, которых не хватает, сейчас давайте. И идол еще. Оп. А, я каску уже даю, блядь, забыл. Давайте, теперь по звезде. Я ее с тебя стончу, вот буквально вот, вот так. Ага, все. Все играем по звезде. На 30% хп этого моба нужно будет дать стан. Ретрик есть там, готов? Да. Так, готовься. С кашкой, да? Давай, давай, давай. Давай стан. Потому что если не давать стан, там он призывает дополнительного моба, как он называется, медведя. Его долго бить еще там пару лямов. То же самое нужно будет стан. У Мишки есть стан у тебя? Да, есть. Вот, ну, тоже скажу. Ну, там, смотри, если проценты есть. Сейчас я еще подстрахую его тут. Пока смогу, что не сработает. Работает, да. Уже работает. Давай, давай стан, давай. Так. А, он, кстати, мышь. Он не дает. А вот дал. Все отлично, нормально все. Так. А. Так, значит, смотри, Мишка, смотри, мы с тобой. Я начинаю первый, я танчу форму вот эту, а ты танчишь форму медведя. Как только он превратился в медведя, быстро нажимаешь таунт. Ну, угу.
это самое, он там в медведя сразу как превращается, дает сало на пару секунд. Тут типа спайн-таунт, если не сработает. Ну, постарайся по реакции побыстрее. Я поставлю его лицом в звезду. РДДшники, встанете вот сюда спиной в крест, потому что босс будет периодически откидывать, чтобы вас не кидало по всей платформе, мобов не сагрили. Да, вот так вот будете стоять. Все, это приготовились, припоты. Значит, на счет два пьете, на счет три пуляю босса. Раз, два, пейте, три. Поехали. И тоже спинкой, ага. Не трогай, ничего не нажимай. Ничего не нажимай. Там, блядь, что за хуйня? Не трогай, ничего не бей. Вы напулили на него, что ли? Нет, они, блядь. Да, Гера, все как обычно. Значит, смотрим, он там реплики такие произносит, там, хотели вы разбудить во мне зверя, и там это будет уже превращаться. Вот, я в принципе там ЛПшки всю эту хуйню стопать буду, там уже будешь таун. У тебя ротация таун. Форма, 3 секунды, форма, да, 2 готов, секунды. Готовься. Как превратиться? Ну как получится, таун. Ага, все, кончишь. Теперь хилим хорошенько медведя. Так, по кому-то сейчас по халяве дам истерию. Хорошенько медведя. Все, заебись. Живешь. Все, это пару раз повторится и все. Дальше вообще. Повесил. Ты, кстати, сейчас прожимку отдал какую-то на медведя? Нет. Давай, сейчас дубовую, отдал. Дубовую, ага. Да, да, ладно. Все, и на следующий раз там какую-нибудь триню нажмешь. Ага. Там фотом показывается по времени. Ну, ДБМ у меня вот до медведя. А, ну да, 30 секунд до медведя. Да, он показывает. Первый раз вроде не показывал, сколько до медведя. ДБМ разные всякие. Косячные, не косячные. Ну я сирусы хочу. Все, в принципе, простой босс, вот и вся хуйня. Самое главное не проебать танк. Что, накидывай? Откидывает, станьте удобнее. Ну, медики, ну ничего страшного, медики. Так, готовься. Прям готовься пару секунд, превратиться и прям готовься быстро там уже. Это рано нажал, что ли? Надеюсь, он тебя не сшотнет сейчас. Ну прожми что-то. Хиньте его прям хорошенько. Волной исцеление прям сильно. Рейд не шибет никак вообще. Этот. Что там по мане? Ну, по мане заебись сейчас. Ох. Немножко по таймеру у меня позже. Оп, забрал. Стерео лучше ваку, он блат у нас. Не, этому на ваке была, я халявил, но сейчас уже, в принципе, до конца не откатится. Может, и откатится. Будем много остаться. Так, на следующую у тебя, я так понимаю, откатилась дубовая, да? Да. Ну вот там, в принципе, пару тычек он по тебе даст и дашь дубовую. Там танчить-то, не знаю, секунд 20, наверное. У меня ключ еще есть. Угу. Ну, критический момент. Ну, что крик на хп еще есть, да? Инстинкты. Вот скоро форма медведя, готовься. Оп. Отлично, вот это идеально. Ну насчет второго моба я не гар... насчет третьего сундука не гарантирую, конечно. Ну посмотрим. Один раз попробую пробежать. Там босс бьется тоже 6 минут. Фигня. Ну, третий сундук, он хорош только тем, что там 7-7 шмотки. Не сказать, что прям супер охуенно. Вот эти вот со второго сундука оружие много лучше падает. Ну, там кольцо там классное. Кольцо с блоком? Да, вроде с блоком оно там падает. Так, скоро форма медведя, готовься. Ага. Заебись.
Да. Сидите хорошенько прямо ухите. Исповедь, флешка. Молитва, щиток. Ну вот сейчас по таймеру у меня показывает 25 минут мы здесь. Надо будет быстренько лут забрать и сдохнуть и побежать. Последняя форма медведя, наверное, все. Пару секунд, секунды 4-5, готовься. Такой, ага, такой ненапряжный босс, только что танки забирает, хилит, ДДшников не убивает, ни АОЕ никакого нет, все изи прям. Кистевой. Какая-то санина выпала. Какие у тебя же нормальное кистевое такое, не? На да не, у меня мне меч, либо топор. Но... Летел сундука что-то далеко? Вот, русал. Не, недалеко, сейчас будем побыть. Привет. Сейчас утону этот. Так, что же здесь такое? Здесь бисовейший посох, просто вот о котором я рассказывал. Просто бомба, о, блядь. Просто пиздец. Теперь у меня... Охуеть. Быстренько, быстренько идем падаем. А об этих же могу? Да, об этих, об любых. Об этих, об тех. Об кого хотите. Вот эти хорошенько будут побы. И тоже в инс не заходите, пока я лужу вроде не кидал. Сейчас все должны умереть. Через лоб, да? Это так. Очень милый бегут. Все, теперь заходим. Делай СС, спекайтесь в танках. СС за минуту. Так, диван, диван должен быть, по-моему. Бежим только туда. Диван КДшку скажет смерть. Сколько там диван у тебя КД примерно? Он, у него нет КД. Он КДшится после каждой моей смерти. А, да? Ничего себе, не знал такого. Не, это понятно, что после каждой смерти... А, нет КД. Так оно все равно какое-то есть КД, оно же какое-то время... Он там... 15 минут, если я умираю, он КД сбрасывается. Так, за кружком сюда бежим, также спускаемся вниз, по левой стеночке мабани агрим. И прыгаем вниз, и здесь по деревянному мостику в центр идем. В центр идем. Так, вот здесь притормозим, сейчас всех подождем. Здесь мобы в инвизии стоят, в невидимости, так что нужно будет очень осторожно пробегать. Там купите свои банки. Банки попозже. Значит, это самое. Идем за кружком. Здесь по левой стороне. Аккуратно, прям где-то вправо не шагайте. И вот здесь аккуратненько. Вот сюда, на вот эту ступеньку. Сюда забегаем. Здесь у нас перевалочный пункт. Так, бежать будем в два присеста. Здесь еще свобода действия не надо. Здесь надо будет. Короче, пал, дашь. Фридом на меня, и потом только уже на коня сядешь и поедешь. Вот. Также будешь хотать. Значит, три танка бегут. Бежим за кружком. Там будет озеро. А, надо будет хождение по воде еще дать. И сейчас, секунду, достаньте этих. Как они называются? Водомерок. Да-да-да. Их нету. А с Алексеем хождение по воде можно? Да, вот. Сейчас, да. Хождение по воде. Обновляй там, если что. Если кто-то это самое. Вот. Так. Ну, значит, обхотывай и начнем бежать. СС. Все готовы. СС есть, кастуй. На Керуса. Керуса.
диван пока не трать. Пускай СС только. Надеюсь, на диван потом пригодится. Все, садитесь на маунтер. Значит, на счет 3 будешь давать фридом и садиться, потом сам поедешь. На счет 3. Раз, два, три, два фридом. Садись, побежали. Пала кошка. Бежим, бежим, бежим. За кружком. Так, за кружком. Здесь под. Блять. Это, бегите, бегите дальше, сука. Бегите под вот этой хуйней, под водой. По воде бегите, под этой деревяшкой. И там будет... Да, нет. Бегите, бегите, там будет островок. На островок останавливайтесь. Если добежите, скажите. Сука. Блядь, меня застанет с маунта скинуть. Си, там лок и... Лок и кто-то еще. Керус, Керус добежал? Вак. Не, меня с маунта скинули. Экон, Экон. Вставалка есть, Экон? На вставалке такой вывезем. Ты дал диван, да? Нет, я не дал диван. Нет, я в инвизи. Они далеко бежали. А, вы в инвизи. Хорошо. Сейчас, ясно. Лок там есть рядом? Самый главный лок? Да, да, да. Все, заебись. Все, кто не там рядом, встаем. У нас сумму. Так, все эти пантеры уплывут, я встану. Да, да. Так, боя нету, ну-ка. Вроде нету. Ты когда сказал боя, у меня с головой какое боя? Хуя, баюшки падают. Все, там главное лока подхильте немножко, чтобы он ману восстановил и шкаф ставил. Сейчас что, ДД спекаем себе, дальше в танке оставим. Дальше в танке пока, да, еще пробежать надо. Второй заход. Блять, а как бы добежать? Моним. Надо сейчас поразмыслить, как мы пробегать-то будем. Пикаем. Блять, ты чё? Только через... А, диван, диван, диван есть, вот. Только на диване. Диван, да. Только на диване мы вывезем. Ну, плюс там еще раз инвиз можно. Эльфийский инвиз, да. Можно еще. Ну, это главное, чтобы лок добежал, чтобы вот кто-то рез не помнил. Все, пока жрём и это резаемся, танков захиливаем. Также покидаешь ходки, здесь постоишь. Вот, давай побежим. Значит, смотрите, здесь открыть, если карту, здесь мы бежим, и тут получается вон, если так посмотреть, вон зеленая параша, это то ли бревно, то ли какой-то холм, или что-то, оно завалено, типа, мы бежим сначала, ну-ка, 3D-метка достанет, нет? Вон туда примерно мы бежим, и там поворачиваем направо, и там, короче, налево поворачиваем и идем наверх. Вот, там, когда налево повернете, там будет такая лестница, она сломанная, правая часть лестницы сломана, нужно будет на левую часть, и там еще, смотрите, факел, не упритесь куда-то там. Короче, садитесь на маунтер. Так, поводим диван по Керусу. Хождение по воде раскиньте. Да, и хождение, и листы. Диван по кому сейчас? По Керусу? По Правильно? Керусу, да. Ну, если Керуса рядом не будет, то по тому, кто резать умеет. Ну, главное, чтобы быстро двигалось, добежал. Так, у нас... Ладно, 15. Мне опять ходки кидать? Да, да, ходки кидай на трех танках. Я еще в инвиз могу идти. Все, давайте на счет 3 побежим. Раз, два, три, побежали. Так, сюда. Теперь налево сюда. Блять, ёбаный в рот. Надо бежать, ведите. Так, я прожал этот самый. Зыбку. Блять, и никто не добежал, да? Или вы бежите еще? Ты его знает, куда тут бежать, блять. Вон там кто-то добежал. Добежал кто-то. Кто-то добежал. Ох, блять. Ну-ка, меня смотри. Загрызли. Рядом с мобами, нет? А шаман где стоит? А двигалс где? Вон он на лестнице. Я на лестнице здесь. И там мобы, да? Сука. Да, здесь мобы. Перед мобами. Блять, хуй знает нахуй. Ну, походу, третий сундук не получится нахуй. Ну, я могу к двигалсу пробежать и у него упасть. И резнуть через свой рез. Так, а там мобы, блять. Так, а дальше, как мы ну, не на лестнице самой, между мобами. Я даже не знаю. Ну, пробуй. Принципе, а ты не достанешь? У нас 5 минут осталось просто. Сколько там? А, нет, 11 пишет минут. О, я добегу. Сетка. Сетку кидают сразу. Блять, я про свободу действий забыл, блять. Надо перед тем, как на ванту было сесть выпить. Одна бутылка осталась. Ну пошли, это, вставайте все, еще раз попробуем пробежать. Вроде 11 минут пишет, еще есть шанс, давайте еще разок. Заходите в инст.
В акте где? На боя нет в инсте? Нету. Заходите. Там стоит. Пускай, что? Может, там и останется. Блядь, а как мы, сука, будем бежать, если нам через остров, через этот бежать ебучий? Сука. Не знаю, блядь. СС есть? Если двигается. А мы же можем, получается, не обегать направо, а сразу к какому-то боссу бежать, нет? Там завалено. Вот этой хуйней. По карте оно вроде бы кажется, что дорожка там есть. Может, тогда поменьше остановок между той. Ну, я не знаю. На острове не будем. Получится, нет. Да и видишь, и диван КД сейчас, и это. И это. Нет, диван никогда. Никогда? Ну пошли, бежим. Ну, у меня еще рез остался, так что нормально. Короче, так же на эту, на ступеньку вы выбегаете, до острова добежим, там посмотрим, получится, нет. Вон, по прямой же вход есть, нет? Да нету там входа. Нет там входа. Нет, блядь. Вот золотая. Да, не мешай нам, просто можешь на стриме посидеть. Где там ваг? А чё он, где стоит? Он там уже стоит, а ждёт. Там, живой там. Заебись. Ну, к нему бы добежал кто-нибудь. Ладно, давайте. Зельку свободы надо жить. Да, зельку свободы, блять, а там еще раз надо будет. Да, два раза надо. У меня две зельки, могу одну дать. Короче, я сейчас одну выпью на острове, еще одну дашь. Значит, три раз, два, три, так, пьем. Сейчас сажусь. Бежали. Ой, бля. Ничего. Главное, чтобы другие добежали. Я как чувак. Все по этой хуйне. Блять, а это... Да, ой, мне сложило. Чему-то. Я ванвиз на воду взял. Сука. Сейчас, не давай, я... Блядь, до конца бежу? Или нет, тут ты останешь? Чё, мы не добежим, надо резнуть людей. Ну, тогда сейчас ванвиз ухожу. Да, надо подождать, чтобы мобы вот эти убили. Ну, отойдите. Мой инвиз не работает. А быстро двигался где? Я тут подвигал. Что там говорит? Всё, я ванвиз ушёл, короче. Я жду пока. А, блядь, охуенно. Чё за... Это ты маговский инвиз? Да уже 7 минут, 8, мы не успеем. Короче, работает, короче, да, блядь. Сейчас, походу, всю эту парашу бить надо будет, если дальше идти. Ну, примерно так, нахуй, ну, блядь. Диване много, ясно. Два хотя бы сделали, ёпты. Нет, ну да, блядь. Чё, разраливать будем это самое? Там дальше. Диване. Ну давай разрубим, сейчас. Я живой. Дальше только трэш чистить. Там живой. А Мэкон живой. Ну, живой, живой заебись, но то, что ты там стоять будешь, это ничего не это самое. Надо будет тебе умирать. Не, и... Ну, двигался, я резнул. Поднимай. Да. Двигался, резнул. Кто резнул? Еще. Я шаман Боб дал, я же сказал. Блять, так вы на острове? Да. Ну, да. Почти. Ну так ставьте шкаф. Че по времени? Ну хоть пробежим один хуй. Потом, чтобы не чистить трэш. Все равно давайте будем пробегать. Так, СС у тебя сколько? 7 минут. Блять, ну субоньте. Бля. Блять, ждать, наверное, придется СС. Пока арпа разрабим пройдет, когда СС. Кто умер, заходи, сейчас шкаф поставят. Да, я рядом лежу. Короче, что тут получается? С первого босса топовая пуха, шея, дух, хаст. Плащик. Плащ бисовющий просто, мега охуенный НРДД. Кистевое и тапки на танка с блоком, но блок это, конечно, или про товар, или про топалу только. Ну, я бы себе на протопалу забрал, но просто здесь никому больше не нужно, как мне. Ну, я не буду брать с блоком вещи на ДК, так что заберешь. Да, они просто не банально никому не идут больше. Ну да, только протопалу. Так, сочный, на тебе эту всю парашу отдаю, ты там это самое кидаешь. Поставь ГБ. Я ездил, сука. Сейчас хламоботу поставлю, по ГБ поставьте. У меня жив еще 30 минут КД. У меня ГБ КД тоже. Ладно, разраливай, там пока все это будет откадешиваться и попробуем добежать до этой фигни. Там вот где этот, где ВАК стоит, это надо вот туда нам будет забежать. Вот. Ладно, пускай стоит. Я отойду пока, поразраливайте, потом пока откадешится все.
Сейчас все. Нормально, там дробяшка, кистевую. И, в принципе, оттуда больше ничего не надо пробить. А ловкость от скролла падает. Предпоследнего, по-моему, босс. Нет, как раз-таки вон тот, на котором мы бежим, вроде как. Халази, вроде с него. А, нет. С повелителя. Там еще Трини на РПБ падает, сложно. Блять, а мне почему-то показалось, выпал СПДшный плащ, а это, оказывается, беспонтовый с ловкостью. Мушу. Да. Ловкостью, да. Жалко, жалко, конечно. СПДшный там вообще жесть. Ну и ВВ апнулся, считай. Ушка ему, да? Ребяшка. Блять, с ласта вообще все на этот. А он его прошел с этим. С дробяшкой. А не, с посохом ходит. Посох сочный, говорил. Он ласт. Залуджер? Да. Голова. Че, вы разделили между собой? Кто посох, кто дробяшку? Там да, там разрулили. Что, ты и ВБ отдал, наверное, да? Давай завтра. Или себе взял, посол. Ну, у тебя вроде дробяшка. Посох я взял. А ты взял? Клич красивый. Я бы на транспорте забрал. Дробяшку я отдал ему, да. Угу. Если оффхенд есть какой-то, то нормально вызовут ПСПД. Нет, ты хламопад ты поставил. Да вон стоит, скоро пропадет, блядь. 30 секунд. Что-то не сказал. Слепой ты, блядь, уже все починились. Блядь, где он, где он? А, вот надо быстро починиться. А, все починили. Ну, Войта отходил. А ты-то рядом стоял. Так я даже не видел. Я просто смотрю, что дерево стоит, и листва закрывает хломобот. В лесу чисто крипов видишь. Видишь, что хуёво, что ДКшнику, чтобы не зыбку прожать, нужно рун накопить. Вот, это проблематично. В плане пау. Так есть же этот. Настой этот, как его, блядь, нота. А, не знаю такого. Так в этот, во врата прыгаешь, у пуджа покупаешь. Так же, Женёк, а на месте с этим зельем как кдшится будет его. Вот. Хера ли, она просто прожимается. Ну ладно, ты 50 накапливаешь. Потом, если вдруг усильно надо будет. Блядь, а чё у нас сейчас? Тоже сетки кидают, да? Ну тут, да. Короче, да. Дорогу все примерно поняли, да, как забежать, диван стоит. Я тебе могу зельку дать. Чё у нас, смотри, там по ССу. Чё, эта дробяшка никому не нужна? Да по сути она, не знаю, ну только что ршами, ну кастером вам, то есть только нужна. Престол, ршами, СВ, всё. И что, Керусу на второй спектр только. Чё такое? Дробяшка? Керус нужна, дробяшка? Да не, посох наш. Ассасин баланс. Тебе зельку-то дать? Ну, давайте. Минус. Давай, у меня ноль зелек. Я не знаю, блять, выпить сейчас. Ну сейчас выпью, надеюсь, поможет. У тебя одна, последняя? Ну ты быстрее, это, дольше, чем я, точно. Я-то в форме только. Ты, если что, да, в форму, в мишку, прямо если замнёшься, превращайся и прожимай голову, всю эту парашу там. Так, ну давайте. Так, сначала там схождение по воде развешайте, вот эту фигню, всю вот эту, на всякий случай. СС, блять, на кого ждать? Главное, чтобы у кого масс-рез есть. Встань, прыгай в мишку. В смысле? Эконом вставалка есть там, или КД? Надо, чтобы все было, прям, чтобы шансы. Тут механоцикл не работает. Огонь. А, да, тут какие-то баги были из-за этого, убрали некоторые маны. Эх. Касты нет, касты. Вставалка, СС дал на кого-то? Нет еще. Ну давай, блять, а кто добежит 100%? Ну, паладин, наверное, добежит, да, я думаю? Не, он будет диван. Ну я могу добежать, ну у меня нож есть, но... Да, сам факт, знаешь, что может пробовать, не пробовать. Наверное, ну на меня давай. На пала лучше, потому что он резнет лока, пал еще кого-то резнет, и вы при сумме не есть. Диван, да. Даю на паладина. По факту должно 3 человека добежать. Один резающий, один лук, один любой другой. Все. Так, ну давайте. Буду пить зельку и на счет 3 бежать. Раз, так, 2, пью зельку. 3, кастую маунта. Побежали. Побежали. Тут чужаки.
Так, забегаем сюда. И вот тут вот лестница вон там есть. Так, все прожимки отдаю. Так, низинка, сука. Ну пиздец. Все, подох. Надеюсь, вы добежите там. Добежали, я шмоном. Все, заебись. Оп. Сейчас теперь конечно. Ждем, чтобы вы умерли. Надеюсь. На ваке боя не будет. Вакс, нет, как это я сделал? Керус, на те бой. Смотрите все. Да, на себя меня убил. Сейчас. Ага, ждем. Главное не проебать. Так, мобы возвращаются вроде бы. Синек. Сейчас как бы уже субъект. Чуть надо. Сейчас этого босса разъебем и уже три босса останутся. Нет, подожди. Инвиз не работает, цепи. Он работает. Все, резкий. Он работает, если последний остался. Это вообще простейший босс, вот этот рысь. Спин третий сундук. Он прям изи. Так, а у нас что? Я лохнусь на 3 минуты, мне интернет нужно релоднуть. Давай. А это кто? Эхо, шаман. Ага. Этот. Я буду думаю... пробовать или лучше присумонить? Присумонить, я уже ставлю. Конечно, сумонить. Этот самый. Я вот думаю, протопал тебя поставить, что ли? Керус. Керус, наверное, больше даст ДПС, да, чем Пал. Да. Вот, надо бы. Ну просто что вторая сакра, в принципе, там не должно шелкать. Блять, а где мы находимся? Кстати, Войд, завтра ты свободен? Завтра. Так, завтра что у нас? Четверг, да? Четверг. Ты писал пятница, вторник, вроде как. Да, пятница, вторник. А сутка, а что завтра хотите? Солока 25. 25. Да, на 8 плюс. Угу. Так, ну можно. Где-то в 17.30 можешь приходить. Я уже до этого уже буду сбор делать. Да, ну если да, если сбор не сильно прям много, то в принципе можно успеть за пару часов. В принципе, нормальная тема. Это да, от гильдии, наверное, как минимум 15 людей придет. Там уже чуть-чуть. Ну единственное, что я в 8 буду уходить там на вечернюю, на другую гильдию, там тоже целка. Ну хорошо, если что, может заменить хотя бы на 7-8 успешного. Допустим, должны, в принципе, закрыть. Вот этим ДКшником вот этим я ходил тогда, вторник, ну вот, вчера, сегодня среда, вчера ходил, 8 боссов убили. Не помню за сколько, но пару часов, наверное. Я сам вчера ходил, чекнул, там реально, люди мало ДПС, да, это все равно проходят. 200 тысяч на сурке всего лишь. Ну, я как бы там подреливал немножко, там говорил, когда что прожимать. Ну, не знаю, если бы не говорил, может и упали бы. Ну, по-моему, упали разок. Или нет. Ну, квест сделали, короче. 200 тысяч ДПС на сутки сделали квест. Так, ну тут, короче, что? Блять, они сагрятся? Нет, что-то я не могу понять. А где мы? Они сагрятся, они тут как-то, блядь. Ну, босс внутри там в этой... В доме ты в этом. Так это круто. К ним уже как-то пройти надо. Так этих пидоров бить, походу, надо, да? Угу. Ладно. Ну... Это самое. Эйкона нету. Я могу пока с хила спекнуться. Пока ну да, спекнись на всякий случай, а то для себя дельнее это не осилит. Дайте каску тогда. Сейчас, секунду. Да, надо было, смотрите, вот мы где стоим. Мы здесь, а надо было туда забегать, через этих гусей, и там уже направо, в самой вот этой комнате. А-а-а. Ладно, что побьем этих мобов. Я не знаю, что тут с бомбы, как они бьют. Надеюсь, не чёрнут. Ты уже спекнулся. Рысь может первую. Я спекнулся уже. Так, ну все, ну давайте хуярим. Это, с богом, как говорится. Вот этот гусь что-то стоит, тостует. Укротитель вот этот. Может его разъебать первым? Ну-ка. Не, он стандал. Вот звезду поставил, через него играем. Давно мобов ты бил. Сдай Инер, пожалуйста.